получить или поменять права, зарегистрировать свой автомобиль. Это и многое другое можно сделать, используя специальный портал государственных услуг. Для регистрации много не потребуется. 5 минут времени, СНИЛС и паспорт. Андрей Спиридонов уже успел оценить качество портала. Заменял свое водительское удостоверение, записался на госуслугах, посмотрел там, какие мне нужны документы, собрал пакет документов, пошел, оплатил госпошлину, записался в электронную очередь. Ну, очень удобно, кстати. Потом пришел в определенное время, у меня уже было, в принципе, все готово. Я подождал буквально, может быть, минут 20, и мне выдали мое новое водительское удостоверение. Совсем не так, как раньше, вспоминает автомобилист. Никакой очереди. Пришел и получил. Просто как дважды два. Максим Потатурин такого же мнения. Он воспользовался сайтом госуслуг, пришел к назначенному времени и быстро получил автомобильные номера. Очень удобно, без очереди. Мне в течение получаса получил государственный знак. И то есть всем доволен. То есть всем советую. Удобство новых технологий отмечают и сами сотрудники. Раньше к рабочему дню они готовились вслепую. Сколько придет людей и по каким вопросам, неизвестно. Теперь все разложено по полочкам. Никакой беготни по кабинетам. Люди точно знают, с каким вопросом и к кому обращаться. Все чинно и благородно. Пока еще сайт в полную силу не работает. Он на пороге развития. Но обороты пользователей и ресурс набирает стремительно. За 9 месяцев 2015 года у нас было количество обратившихся, непосредственно записавшихся через единый портал государственных услуг, через интернет, ну, чуть более 750 человек. Ну, соответственно, за 2016 год, 9 месяцев, данная цифра выросла более 11 тысяч. Вместе с услугами ГИБДД портал открывает и другие возможности. К примеру, через сайт госуслуг можно записаться на прием к врачу, оставить заявление на замену или получение паспорта, записать ребенка в детский сад и так далее. Подробную информацию и перечень всех услуг вы можете найти на сайте. Анастасия Романова, Владимир Кириллов и Владимир Киташенко. АТВ «Ставрополь».